тяжелая игра. На самом деле команда, так сказать, у них была горячая 9 побед подряд, да? Да. 9 побед подряд, плюс игра после перерыва. Все-таки, когда играешь там, получается, 27 игр практически через день, без особой паузы. Потом у тебя появляется такая пауза там в 5-7 дней в неделю. Это, на самом деле, уже очень долго, поэтому не лучшая наша игра, конечно, сегодня. Первые, ну, наверное, два периода. В третьем периоде, считаю, мы сыграли хорошо уже в свой хоккей. И, слава богу, то, что выиграли, пусть побули там, главное, что взяли 2 очка. Когда там заходил, я видел, что у него там было, я подкрался 350, но то, что вот сегодня, я не был в курсе. Но я знал то, что где-то там близко, ну, по началу сезона, или там я, по-моему, еще что-то заходил, смотрел, я знал то, что я там близко, поэтому, как я сказал, потому что я не знал, что будет сегодня, но я знал, что где-то там около этого нахожусь. Я думаю, будет хорошая игра. Это, во-первых, дерби, это вывеска. Я думаю, то, что все соцсети, медиа, телевидение добавят немножко перчинки в это тоже. Я думаю, будет хорошая игра. Думаю, народ придет. Сколько, конечно, это возможно. И у кого есть эти QR-коды. Но думаю, будет хорошая игра. Я думаю, они тоже хотят взять у нас реванш за прошлое поражение. Мы будем готовы.